Скажите, доктор Фримен, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Это мы еще посмотрим. Он должен быть здесь. Боже! Гордон! Я так волновалась! Смотри, грави-пушка! Пёсик, отдай её Гордону! Смотри-ка, Гордон, пёс тебе тоже рад. Уж я-то вижу. А теперь, пёс, подключи монитор. Свяжемся с папой. Думаю, он до смерти извёлся. Он был уверен, что я тебя не найду. Цитадель вот-вот взорвется. Не знаю, как нам удалось выбраться. Все, что я помню, Брим падает, страшный взрыв, а затем голоса вортигонтов. А потом пес нашел меня под завалом. Все так странно. Успеть бы. Это отец. Мы пытались связаться с ним несколько часов. Погоди, вот он узнает, что мы тебя нашли. Идем. Дорогая, ответь. Папа? Папа? Ты меня слышишь? Алекс! Алекс, ответь! Секунду, сплошные помехи. Ну-ка, пес, помоги мне. Чуть-чуть вправо. Четкий сигнал. Есть. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успела покинуть город. Ну, не совсем. Что? Папа, главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Невероятно. Послушайте, вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Взлетит, в этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит невообразимый ущерб. Клайнер, замолчи! Папа! Боже мой, Элай, прости, конечно, но зачем так переживать? Алекс давно вне опасности. А, вообще-то мы все еще в цитадели. Господи, боже мой, но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только... Позвольте, да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо войти внутрь? Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм. Если мы придумаем, как попасть в цитадель, мы сможем... Алекс, нет! Но папа! Айзек, образумь ее! Мне жаль, Элай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка.
Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай. Пообещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Обещаю. Я люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Не волнуйся. Скоро увидимся. Да уж. Не волнуйся. Надо подумать, как вернуться в цитадель. Пес, не поможешь? Спасибо, песик. Давай, пес, встретимся на той стороне гряды. Ого! Ну и высота. Только после тебя. Осторожней. Пёс! Пёс! Осторожно! Боже мой! Пёс! Пёс! Пёс, ты цел? Ох, слава богу! Ты меня до смерти напугал. Будь рядом и помоги нам найти выход. Будет непросто. Ну, пес, что скажешь? Есть мысли? Хватит, пес. Это не поможет. Должен быть способ перебраться на ту сторону. Вот только какой? А если... Пес? Пес, куда ты? Он что, обиделся? А? Пес, что ты... Похоже, у него разболтались винтики. Берегись! Что на тебя нашло, а? Зачем нам этот фургон? Что? Погоди-ка. О, нет. Ты шутишь? Ну, Гордон, если у тебя нет других предложений, он все-таки робот. Он все рассчитал. Точно рассчитал, а? Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Ну. Я тоже буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся. Забирайся. Держись крепче, Гордон. Ладно,
Ясно, пес? Давай быстрее, пока я не пере... Давай! Осторожнее! Держись! Отличный бросок, пес! Иди, песик, уходи! Все будет хорошо, только... Что это? Держись! Давай сойдем, пока его не понесло дальше. По швам. Высота. Надо найти способ спуститься к ядру. Была бы карта. Боже мой. Сталкеры. Они нас не тронут, если мы их не тронем. Удерживает его с той стороны. У нас нет времени искать другой путь. Только как нам тут пройти? Шаровые мины. Они помогут нам выбраться. Найди, где заканчивается этот шелл. Я придумала, как это использовать. Нарушение работы автоклава и защитных полей. Отец научил меня перенастраивать датчики цели. Чуть-чуть переколбасить схему, и мина на нашей стороне. Держи так, чтобы я доставал. Готов. Она нестабильна, но продержится достаточно долго, чтобы уничтожить сталкеров. Отпускай. Она сама все сделает. Thank you.
идет. Вот это неожиданность. Бежим отсюда. Пока сами не исчезли без следа. Обязательно туда. Иди первым. Нарушение работы автоклава. Резонантная сингулярность. Что это за чертовщина? Резонантная сингулярность. Надеюсь, здесь есть что-нибудь полезное. Нарушение работы. Попробую узнать дорогу из защитных полей. Могу получить землю, но мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу там выжить. Слава богу, просто старый. Я в роли носителя. Да вы шутите, я же не могу. Ладно, черт с ним. Что будет? Поспешите, он почти догнал меня. Вот черт. Что за черт? Что происходит? Конфискационное поле включено. Смотри, что-то происходит с гравитушкой. Заведилось, как в реакторе Брина. Скорее, система безопасности сработала против.
выявить скрытие. Надо перебраться на ту сторону. Зарегистрирован нарушитель. Неплохо придумано. Вот они, комбайны. Сингулярность. Зарегистрирован нарушитель. Тревога.
ядру. Сверху! Запускай его, Гордон! Давай так же, как в прошлый раз. Площадка.
пойдем и посмотрим, что из этого выйдет. Всеобщая тревога. Внутренним группам стабилизации открыть автоклаву. Гордон, кажется, мы пришли. Осторожно. Не понимаю, что они защищают? Похоже, они намеренно пытались взорвать реактор. Но зачем? Боже мой, реакция зашла очень далеко. Надеюсь, доктор Клейнер не ошибся. Попробуем пройти через центр управления. На нижнем уровне, где находится ядро. Попробую вызвать ее. Показатели зашкаливают. Надеюсь, еще не поздно переключить поле герметизации. Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Ну, вот и лифт. Гордон, я... Как ни жаль, больше я ничем не могу помочь. Возвращайся скорее. Внимание! Опасный уровень радиации. Тревога.
получилось! Система герметизации заработала. Долго она не продержится, но время мы выиграли. Пока ты был внизу, я залезла в их систему. Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. После уничтожения реактора взрыв стал единственным способом отправить сигнал туда, откуда они пришли. Я не знаю, что за данные они готовили к трансляции, но ради них они готовы пожертвовать всей цитаделью. Надо срочно передать их отцу и доктору Клейнеру. Я сделала копию. Что в ней, не знаю, но чувствую ждать беды. И вот что еще. Это Джудит, смотри. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений, сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Да где он? Что за чёрт? Спасайтесь! Она попала в беду. Надо передать ее сообщение и данные трансляции отцу. Он поймет, что делать. Копирование завершено. Данные у меня. А теперь уносим отсюда ноги. Думаю, они почувствовали. Здесь есть лифт. Сюда! Скорее! Точно не ждут. Приготовься. Вон они! Наш поезд. Садимся. Ну, наконец-то вырвались. Не знаю, что это за данные, но они вовсе не рады, что мы их получили.
Знаешь, учитывая все в целом, не так уж... О, нет. В этом вагоне сталкеры. Будь прокляты эти комбайны. Вот что случается с теми, кто пытается бороться. Или оказался не в том месте и не в то время. Боже, надеюсь, ты не помнишь, кем ты был. Ладно, посмотрим, куда едет этот поезд. Если нам повезет, мы успеем уехать из города, пока не стало слишком поздно. Хорошо, что не пришлось идти пешком. Будем надеяться, худшее позади. Ты снова спас нам жизнь. Что это? Боже мой! Соберись! Секунду. Дай перевести дыхание. Окей. Ну, все не так просто, как я думала. Теперь мы в одной лодке с остальными жителями. Пешком и к вокзалу. Выйдем на поверхность. Ничего не вижу. Мы тычемся в темноте, как слепые котята. Нам надо сюда. Черт, электрический замок. Как нам его открыть? Поищем блок питания. Доктор Кляйнер рассказывал, как терял ключ от кабинета.
Смотри-ка, пушка! Вот они. Иди на него! Или вы здесь? Видимо, защитное поле Альянса рухнуло. Ну, конечно, ведь его питал реактор цитадели. Побери. Комбайны зомби. Зомбайны. Как тебе? Зомбайны. Дошло? Окей. Черт! Берегись! У него граната! Thank you.
никогда бы не подумала, что этим можно заткнуть щель. Я в дрожь бросает. Внимание! Обнаружена ОВИ. Морфий введен. Обнаружены легкие ранения. Внимание! Состояние пьяния критическое. Требуется медпомощь. Их с ног, Гордон, а я буду стрелять. Thank you.
мешает думать. Хорошо тебе, у тебя костюм. Ну и гадость эта вода. Сам не верю, лифт. Я была бы рада и лестнице. Что за шуточки? Я немного разбираюсь в электричестве. Думаю, этот провод ведет к щитку. Неприятности. Он меня схватил! Thank you.
Еще не стемнело. Повторяю. Слава богу, еще не стемнело. Уходим отсюда. По-моему, они нас не слышат. Нет идей, как их открыть. Подожди, давай подумаем, как открыть ворота. Посмотрим, сработает ли. Давай, Гордон, крути вентиль. Отлично. Окей, бежим к вокзалу, пока не грянул взрыв. Наконец-то воздух. Боже мой. Страйдеры здесь камня на камне не оставили. Чтобы восстановить связь и призвать подкрепление. Но даже несмотря на это, никогда еще не была так рада Доку. У нас появилась надежда. Мы втайне разработали несколько высокотехнологичных устройств и намереваемся применить их при малейшей попытке возвращения Альянса. Они кого-то ищут. Подозреваю нас. Я надеялась, нам удастся отойти подальше, прежде чем нас обнаружат. Thank you.
Пока ты разбираешься, я присмотрю за улицей. Красота! Давай наверх. Подожди! Улицу обстреливает снайпер. Мы не сможем пройти. Thank you.
Обнаружены легкие ранения. Отличный бросок, Гордон. Этот снайпер чуть не снес мне голову. Я заберусь наверх и посмотрю, что за тем забором. О-о, улица перегорожена баррикадами. Беги, не останавливайся, окей? Я тебя прикрою, не волнуйся. А затем, как подашь знак, побегу к тебе. Похоже, я смогу спустить тебе лестницу. Надо только выбить щеколду. Она слегка заржавела. Есть. Достанешь? Боезапас еще... Отличный бросок, Гордон. Этот снайпер чуть не снес мне голову. Я заберусь наверх и посмотрю, что за тем забором. Улица перегорожена баррикадами. Беги, не останавливайся, окей? Я тебя прикрою, не волнуйся. А затем, как подашь знак, побегу к тебе. Похоже, я смогу спустить тебе лестницу. Надо только выбить щеколду. Она слегка заржавела. Есть. Достанешь? Положение критическое.
Мои запасы исчерпаны. Эта часть позади. Боже мой! Похоже, реактор вновь начинает накаляться. Реакция быстро набирает силу. О! Я бы предпочла найти другой путь. Но у нас совсем нет времени. Ну, нам надо внутрь. Идем!